В этом видео мы расскажем вам об инверторных сварочных аппаратах постоянного тока Kentaur SV250N и Kentaur SV250NDK. Прекрасных бюджетных аппаратах для домашних умельцев. Несмотря на невысокую цену, эти аппараты вполне способны справиться с любыми сварочными работами по стали и чугуну в частном хозяйстве или на небольшой ферме. К тому же вам не придется ничего покупать дополнительно, кроме электродов, ведь в комплект уже входит защитная маска сварщика, универсальный молоток-щетка, ну и, конечно, сварочные кабели с электрододержателем и зажимом масса. А у модели SV250NDK есть еще и вместительный пластиковый кейс, в который с легкостью помещается и сам аппарат, и весь сварочный инвентарь. По конструкции эти аппараты схожи между собой. Они очень легкие, вес чуть больше 4 кг и компактные. Они имеют встроенную активную систему охлаждения, защиту от перегрева и от перегрузки. Регулировка сварочного тока плавная. У аппарата SV250NDK имеется цифровая индикация, которая помогает визуально контролировать значение сварочного тока. Современная схема инвертора на IGBT-транзисторах обеспечивает высокую стабильность дуги. Аппарат надежно работает даже при снижении напряжения питания до 170 Вт. При этом, благодаря электронному контролю за параметрами сварочной дуги, инвертор значительно более экономичен, чем трансформаторный аппарат. Технические возможности этих сварочников весьма впечатляющие. При максимальной потребляемой мощности всего 5,2 кВА они могут варить электродами диаметром до 5 мм, при сварочном токе от 20 до 250 А. Конструкция сварочных инверторов Kentaur, основанная на передовой IGBT-технологии, позволяет даже неопытному сварщику быстро и без лишних проблем получить сварочный шов достаточно высокого качества. Благодаря малому весу, компактности и экономичности, аппараты Kentaur можно с одинаковым успехом использовать и в домашних, и в полевых условиях с питанием от мобильного генератора. Надежные, универсальные, удобные в работе и при этом недорогие сварочные инверторы Kentaur SV250N и Kentaur SV250NDK – отличный выбор для тех, кому необходимо периодически пользоваться сваркой и получать прочные швы, но при этом не переплачивать лишние деньги.